Всем привет, вы на канале Уайтник, и сегодня будет новый видос, дрист, там все дела, как бы 0.5 купил, я спойлер, да, уже кинул вам. Так, короче, кто хочет выиграть 100 рублей, так, у нас уже традиция выиграть 100 рублей, дайте у меня, должен найти два числа, не буду говорить, какие два числа, вот, вы должны будете написать в комментарии, обязательно подписывайтесь на мой канал, инстаграм, ВК, и вообще, смотрите внимательно до конца. Как ваши ощущения? Обычно. Давай позовем Мишу, все хуйня. Ты что, поскользнулся, Ярик? Давай. Пиздец! На андерстире влечу, вот там перед поворотом, перед стеной. Думаю, сейчас в бордюр влечу. На ручнике вешу, все нормально. И стол бампером чиркаю. Стол, блядь. Да. И ощущение, что колесами просто по бордюру вот так ширкаю, блядь. Да так и было? Пиздец. Пиздец. Так, друзья, я снова заболел, как вы можете понять по моему голосу, все дела, вот, и не выходят видосы из-за этого, в том числе. Короче, в общем, почему я монтирую, когда болею? Короче, в общем, не суть. Я купил себе пятерку и вшатал я чуть-чуть сугроб. Ну, как сугроб, все вы видите, там прямо нормально так ушел я. Да, купил я пятерку так для себя, для души. В общем, начал на нее наваливать, и вот что из этого вышло. Машина реально жестче стоит, я пружины спилил. Короче, спилили пружины. Где пружины? Вон там, там бок. Так. Та-та-та-та-та-та. Короче, значит, купил я 0.5. Уже шатал ее в сугроб, но это ничего страшного. Ушел в квет. БК движение, нормально. Просто пиздец. Это реально какой-то трэш. Я ушел очень глубоко и надолго, мне кажется. Вот. После 0.5 я шатался в сугроб. После 0.5 я шатался в сугроб, реально, смотрите. Вот, сейчас поедем, короче, за ручкой. У меня же, конечно, нет прав, но это ничего страшного. Поедем, короче, сейчас в магазин, купим ручку, поставим ручку, будет все у нас отлично. Да, дядя Жень? Вот. Все приезжайте к Владику в про-сервис. Спецсервис. Я что ли про-сервис, блядь, другое рекламируешь? Да-да-да, спецсервис, вот. Все приезжайте, пилите витки себе на четырках, на приорах. Вообще пофиг. На прадиках. Короче, пятерка будет валить, да.